Они есть в социологических опросах, темы для расследования есть в пресс-релизах, темы для расследования есть на улице, у друзей. Поговорите с друзьями, которые работают в различных сферах. Возможно, там какие-то есть правонарушения, нарушения, возможно, где-то недоработки чиновников, властей, какие-то сферы, схемы, нетранспарентные сделки. Ну, нужно, то есть, говорить с людьми и анализировать еще какие-то документы. То есть этими документами могут быть не только пресса, но различные тендеры, решения судов. Чтобы у вас была реальная тема расследования, нужно провести проверку идеи, и только проверенная идея становится гипотезой. То есть гипотеза – это когда мы знаем точно, что происходит, и мы можем быть на 90% уверены, что у нас расследование выйдет. То есть если мы знаем точно только, что происходит, это и есть гипотеза. Поэтому к редакторам приходите не с идеями, то есть не говорите, мне кажется, что-то происходит. Вам нужно точно знать, что происходит, и тогда уже сообщать об этом редакторам, одобряющим ваши темы. Чтобы нам провести расследование, чтобы мы не запутались в каких-то очень мелких деталях, нам лучше, конечно, сделать план расследования. План расследования может быть разным, от помесячного до понедельного, даже по дням. Я бы советовал расписывать, конечно, по дням. То есть у нас есть, допустим, впереди 3 месяца, допустим. Мы планируем себе на расследование, это 90 дней. И лучше планировать с самого начала, сколько дней у нас будет на подготовку запросов, сколько дней на ожидание запросов. Его важно показывать еженедельно хотя бы редакторам. Редактору, чтобы редактор ваш видел, каков прогресс в расследовании. Ну что значит сбор информации? Это изучение различных баз данных, открытых баз данных, закрытых, платных, бесплатных баз данных. Это встреча с различными людьми. Это встреча как со сторонами расследования, так и с, возможно, представителями властей, возможно, с пострадавшими, если это какая-то проблема. Возможно, также встреча с экспертами, которые смогут помочь также не только своим комментариям происходящего, но и подсказать, с какого ракурса, с какой стороны можно посмотреть на проблему нашего расследования. Во время проведения расследования, то есть выполнения запланированного в нашем плане, либо там незапланированных действий, мы, конечно, собираем доказательства. Самое главное, чем мы занимаемся, это собираем доказательства. Что значит доказательства? Доказательства – это могут быть видео, аудио, документы, свидетельства очевидцев. Все это мы собираем, систематизируем, изучаем и таким образом это все нам помогает доказать какую-либо проблему. Доказательства, конечно, они важны и отличают расследование от других жанров. То есть, поскольку расследование – это журналистика фактов, а не журналистика мнений. Поэтому доказательствами являются утверждения, а не просто предположения, чьи-то мнения о каком-либо факте. В каждом расследовании есть специалист, который называется факт-чекер, то есть проверяльщик фактов, и этот специалист проверяет каждую букву, каждое слово, каждую цифру, которую вы помещаете в расследование. Каждый грамм он отвешивает, взвешивает, перевешивает, каждый грамм перепроверяет каждую деталь в расследовании. И только после факт-чекинга
можно публиковать историю. Иначе это не расследование, а просто непроверенная какая-то информация. Факт-чекинг помогает исправить неточности в цитировании героев, поскольку журналист может в спешке, допустим, ошибиться и неправильно процитировать героя.